Статус лучших принимает волнительно, но заслуженно. Сегодня 73 отличившихся выпускника Алтайского технического университета и колледжа ждет последний прием ректора. Знаете, наверное, вот все-таки процент лучших, он примерно одинаковый всегда. Я бы сказал, что растет не количество, а растет качество. Эти студенты не просто ходили в вуз, они ставили цели и успешно их добивались. Это отличники, спортсмены и творческие активисты, победители олимпиад, авторы изобретений и собственных методик, эффективность которых доказали еще за партами. Разработка технологии пищевого концентрата напитка на пророщенных семенах амаранта. Это, то есть, сухой порошок по типу кофе 3 в 1, который можно высыпать в кружку, залить горячей водой, размешать и выпить. Бодрость также вот, по типу замены кофейного напитка. Каждый студент получил благодарственное письмо от ректора и вписал свое имя в список лучших в этом году. С отличием вуз закончили около 200 выпускников, а всего их около 2000 молодых и востребованных специалистов. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.